Всем привет, с вами Мистер М. Возле древнейшей пирамиды нашли необычные тела и артефакты. Польские археологи обнаружили десятки мумий возрастом 2000 лет во время раскопок в окрестностях пирамиды Джосера, древнейшего каменного сооружения, расположенной в Саккарском некрополе на севере Египта. Большинство тел были подвергнуты лишь самым основным процедурам бальзамирования и погребены прямо в песке. Об этом сообщает издание Science in Poland. Мумии были обнаружены на территории между пирамидой и участком некрополя, называемым Сухим рвом. Последний представляет собой траншею глубиной 20 метров и шириной 40 метров, высеченную в скале. Большая часть захоронения очень плохо сохранилась. На шее одного из тел археологи нашли разноцветное ожерелье, а на крышке разрушенного деревянного гроба, похожие на иероглифы знаки. Исследователи считают, что надпись сделал неграмотный ремесленник, пытавшийся сымитировать египетское письмо. Кроме того, ученые наткнулись на странный рисунок древнеегипетского бога Анубиса, выполненного в необычном синем цвете. Обычно Анубиса изображают черными красками, однако, согласно верованиям древних египтян, волосы богов состояли из драгоценного голубого камня.